день всем. Пришла посылочка сегодня из Китая. В такой упаковке. Интересно. Пенопласт. Аккуратненько, замечательно. Будем сегодня восстанавливать экран вот у этого телефона. Вот здесь вот. Мой знакомый взял и просто сел на него попой. Хотя он у него падал миллион раз. Телефон называют T5 Lite. Вот. Сейчас мы его открываем и смотрим, как мы его будем разбирать. Дуги T5 Lite. Такой вот телефончик. Вот для него экранчик. Стоит он на Али от 3000 выше. Этот брался за 3150 или 3200. Вот. Китай. Ссылочка будет внизу. Все, начинаем работать. Вот у нас такой набор инструментов. Посмотрим, пригодится он нам или не пригодится. Так, начинаем разбирать. Здесь нужно полностью скрывать телефон по периметру. Откручиваем все болтики. Можем ее тазунку. Так, вот у нас открывается взору эта картина. Здесь, видимо, вот они контакты. Вот он один, вот он второй. Это контакты как раз нашего экранчика. Сейчас мы будем его таким образом подрывать. Погнали. Антенку снимаем. Так. Здесь понятно, что схемку. Надеваем камеру. Thank you.
Вот и сняли мы экран. Вот он один блок. Вот он другой блок. Проблема в том, что здесь скотч. Можно восстанавливать скотч. Вот здесь получается, когда вот этим местом человек сел на него, и вот здесь порвался тупо шлейф. Вот этот. Вот. Вот этот шлейф оторвался. Лопнул, так сказать. Здесь порвался экранчик. Изучаем устройство. А устройство вообще простое. Экран. Стекло. В общем, менять только блоком. Никак по-другому.